Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере на роли плей. Центральный округ, мне здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте одеть муник при регистрации. Итак, сегодня я хочу покрутить голд рулетку, короче. Я думал, можно именные номера поставить на машину, но оказывается нельзя. Поэтому я рулетку, наверное, покручу, она стоит 150 рублей, один раз покрутить. В донате, короче. Пишем донат. Я вот чуваков спрашивал. Один человек вообще Бугатти вывел в голд рулетке, поэтому успешно купили голд рулетку. Моем ежедневная рулетка. Окей, сейчас пробуем крутануть ее. У меня еще там остается бабки. Ежедневная рулетка. Перейти. И голд рулетка, короче, выбираем. Голд рулетка, да. И крутим. Попробуем, не знаю, что-то выбить нормальное. Надеюсь, что-то выбьется нормальное. Прям вот надеюсь. 904 тысячи я выбил. 94 тысячи я выбил всего лишь. Ну, такое себе, знаете. У вас недостаточно... Блин, ну, обидно. Обидно, на самом деле. Давайте я сначала, наверное, куплю билет военный, скорее всего. Военный билет давайте купим сразу. Вот, я его купил. И давайте... Что еще можно за 50 рублей здесь купить? Максимальные навыки фермера. Ла-ла-ла. Не знаю, стоит ли еще одну голд-рулетку покупать. Брать нитро. Ну, ничего особо мы не купим за эти деньги. Випка у меня есть. Как бы навыки стрельбы 800 аж стоит. Нихера себе. Ну, давайте еще одну голд-рулетку купим, короче. И покрутим ее. 50 рублей у меня остается. Конечно, обидно, да. То, что я ничего не убил годного. Так, давайте. Ежедневная рулетка. Перейти. Голд рулетка, короче. Давайте выбираем. И покрутить. Блин, ну хоть что-то годное пусть выбьется хотя бы. Было бы очень круто. Не знаю, может VIP номера бы выбились, тоже было бы круто. Только не деньги, пожалуйста. Может машина выбьет. Еще я выбил. Вы получили плюс 2 XP. Ну, такое себе, конечно. Ну, такое себе. Плюс 2 XP я всего лишь получил. Конечно, да. Такое себе. Инвентарь рулетки. Блин, я думал, что-то годное можно выбить хотя бы. Так, забираем. Больше там ничего у меня нету ежедневной рулетки. Так, стопэ. Куда я нажал? Инвентарь надо рулетки, короче. Ну да, у меня вроде бы здесь больше ничего нету. Конечно, обидно, блин. Я думаю, может, какую-то машину хотя бы выбью. Может, номера какие-то, но... Увы, нет. Ну давайте тогда вот эти деньги, 50 рублей, перейдем к бабке. Это у нас получается 200 тысяч. Ну, тоже нормально, чё. Тоже неплохо. Потратил я 600 рублей. Ну, вот так быстро они, в принципе, закончились. Довольно-таки. Ну, что делать? Погнали, наверное, в казик пробуем поиграть, я думаю. Может, в казике поднимемся хотя бы. Потому что бабки реально нужны. Я думал, я хотя бы номера какие-то выбью. Там есть номера Родина СТ. И я думал, я хотя бы их выбью. Я не думал, что здесь такие маленькие призы, вот эти экспихи и так далее. Ну, такое себе, на самом деле. Я думал, хотя бы какую-то машину выбью. И будет заебись. А так я ни хрена не выбил, короче, в итоге. Обидно, конечно, 600 рублей. Не, я задонил, по-моему, 300 рублей. Да, получается. Но все же, блин. Такое себе. Система стабилизации. Выключить. На Бугатти она нам не нужна, поэтому поехали дальше. Поехали в казино. Наверное, надо было все-таки бабки перевести, и больше бы денег намного было бы. И все. Но так хз. Я думал, реально, я рассчитывал на то, что выбиться что-то нормальное. Но, к сожалению, ничего нормального я не выбил. Поэтому, увы. Ну, блин, попробовал зато, вам показал, что такое. Голд рулетка, 150... Ну, вообще, она, получается, стоит сколько? 80 рублей, получается, вы доните, можете рулетку... Не, не 80, 90. Нет, стоп. Что-то я запутался. 70... 75 рублей вы доните, короче, и можете рулетку покрутить. Один раз.
Ну, не факт, что он выбит машина. Ну, хотя может какой-то машина выбиться. Но у меня постоянно, блядь, что на Мазинге не везет в рулетках, что здесь не везет. Ну, ладно, не будем, короче, унывать. Покрутили так покрутили. Хрен с ним, сейчас, может, казики поднимемся. А, я же еще военный билет купил, поэтому в следующей серии, скорее всего, мы поработаем МЧСником. Я думаю, это будет довольно-таки круто, потому что давно хотел, и сможем вступить теперь зато в фракцию, в ДПС какой-то вступить сможем, по-любому. Так, давайте, я не знаю, 200 тысяч, наверное, переведу. Хотя чуть побольше, может. Так. 500 тысяч сразу перевел. Ладно, пусть будет 500 тысяч, хрен с ним. Тут чуваки в карты играют. Не знаю, с кем-то на 500 тысяч играть в карты тоже такое себе. Тут рулетка вот эта новая, такая конченая просто. Давайте я подойду сюда. Посмотреть предложение. Так, на 1500 фишек чувак хочет играть. Ну давайте сыграем, короче. Может, я и выиграю. Валера, блин, просрал, короче. Посмотреть заявки. Заявок вообще нету. А можно просто, да, списать? Нет, нельзя. Только так можно играть. Чувствую, я просру просто бабки и все. И на этом все закончится. Да. Вот, на 500 есть, короче. Так. Выпало 4. О, я победил, я 500 выиграл. Ну, бля, я слил 1500 уже. Поэтому такое себе предложение. Так. Давайте на... Не, ну, такие маленькие ставки, конечно. Я не хочу. Так, посмотреть. Вот, давайте на 2000 рубанем. Может, повезет. Да, повезло, блядь. Пиздец, просто повезло. 2000 фишек осталось. Ну такое. Вот 1000 фишек, нет места. Так. Блять, походу я просру, короче, все бабки обратно и пиздец. Все, игра на последние 2000 фишек. Что выпадет, то выпадет, короче. Все, я просрал бабки, короче, все. Охуенно просто. Гениально, реально. Ну пиздец, все, я просрал все фишки, у меня 300 тысяч осталось. Просто деньги потрачены впустую, пацаны. Вот и все. Казино какое-то хреново на самом деле стало. Мне оно что-то не очень нравится. Как по мне, раньше было лучше. Вообще надо в карты играть, только там бабки можно тащить нормально и все. А вот эти, блядь, рандомы, ну такая хуйня, как по мне. Не нравится вообще. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.